Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон, и сейчас, ребята, мы будем продолжать ловить покемонов. Нам еще осталось приблизительно штук так 20, дофига, где-то вот так 28 приблизительно, если не больше. Так, давайте... Так. Ну ж, капут, сколько нам еще нужно покемонов прокачивать? Ребят, кстати, словил я. Так, а почему я опять с гейммодом? Че он меня. А, че он меня врубается-то каждый раз? Или я погоду менял, или что я делал? Ладно. Не помню, или фиг его знает, ребята. Вот то, что я словил Хитмончана, да, поискал я немного. Лунатона не нашел, но Хитмончана словил. Зато у нас уже нету ультраболов, вообще нету. Или нужно себе сделать нереальное количество, или просто-напросто... О, зато там Танжела есть. Вот этот покемон у нас есть. Крайоджонал. Нет, нету, потому что вот как раз у нас там написано, что, ну, как бы, нету у нас такого покемона. И нужно его тоже будет словить. Зато, в принципе, я уже знаю, где он находится. Так. Тут у нас куча вот этих всех... болов, которые мы просто-напросто не используем, а нужно бы. Потому что, в принципе, они офигенно ловят. Ну, как бы, много из всяких покеболов. Нужно половить. Половить. Танжела. Ну. Офигеть. Ну, чё ты тоже вообще нифига не ловишься. Сафари, хэви, фаз. Давайте фаз попробуем. Вот, того покемона, зато я знаю, что где вот ловится тот покемон, которого я только что увидел. Репитбол, хэвибол, несбол, недбол, таймербол, дайвбол. Короче, куча у нас всяких болов. В принципе, вот эти болы, что у нас есть куча, мы можем их просто-напросто продать, там у нас куча, и за них себе купить мастерболы. Потому что просто тут есть всякие болы, которые не очень так ловят. Ну, есть, но как бы не для всех покемонов. Вот френдбол, давайте пофиг попробуем френдбол. Мы уже на нее потратили где-то 4 покебола, которые мы могли... Ладно, не хочет она вообще никак ловиться, твою мать. Уже не знаю, какой раз ее пытаюсь ловить. Говорю, просто-напросто пойти купить себе мастерболы, да и все. Ладно. Словись, да и все. И Танжелу, можно сказать, у нас уже есть. А, мистер Майм. Вот кого нам нужно словить. Мистер Майм. Но он как бы не очень редкий. В лесу можно его, в принципе, найти, но... Так. Сейчас. Вот давайте сначала вот тут поищем, кого мы можем вот тут найти. Джинкс. О, как раз вот этот покемон. Давайте попытаемся его словить. Я вообще не знаю, нормально ли он ловится. Нет, таймербол, репитбол, нетбол. Да пофиг, давайте. У него, походу, нет эволюции. Вроде. Да, ребят, все-таки, наверное, пойду я вот эти все покеболы продам и куплю себе мастерболы, и будем мы просто мастерболами всех ловить. Ну, ловись. Так. Сейчас нам бы найти... Так, там покемон-босс, но он... Походу в земле, да? Ладно, сейчас нам бы Джинкс найти. Также кого там бы еще? Пилосвайна?
Пилосвайн. И давайте полетим. Ну да чё? Так, полетели. Поищем. Также Джинкса. Джинкс, Джинкс, Джинкс. Нужно смотреть. Вдруг да заспавнится. Ну, я видел тут уже Пилосвайна, только он ночью тут заспавнился. Днем я его как-то еще пока что не видел. Не знаю почему. Тут у нас и пустыня. В принципе, в пустыне нам уже никого не нужно. А вот в поле нам нужно кого нам нужно словить. Там походу Зория или как там Зороарк, да? Его у нас нету. И в принципе больше я не знаю, если честно, ребят, кого у нас нету, кого можно там словить. А вот сейчас тут бы хотелось бы найти Пилосвайна, Джинкс, где они вообще? Чё-то вообще не видно их. Капут. Чё-то они вообще. Или днем не спавнится, или просто-напросто капут. Да Пилосвайн не такой редкий покемон. Джинкс, в принципе, тоже. А вот сейчас их вообще нету. Нет, нету. Вообще, тут в зимнем биоме один покемон, где везде спавнится. Это вот Марип. Или Флаффи. И все. Куча Марипов и больше никого. Это как-то не очень. Или я потом их сам словлю, потому что если вот так сейчас очень долго летать, то хрен кого-то мы найдем. Тут кто-то есть? Нет, он под землей. Так. О, наконец-то, вот он. Давайте сейчас попробуем его словить, Пилосвайна. Так, отлично. Хрен не знаю, чем его ловить, потому что я уже, в принципе, запарился ловить. Да, я говорю, наверное, просто-напросто сейчас пойду, да мастер-болы куплю и все. Потому что если вот так, то все вот эти покеболы мы будем тратить, а ловить мы никого не будем. Да кто там уже столько стукается? О, пиплу послышу. Офигеть. Так, сейчас нам... People у нас есть вроде. Вот Джинкса нам нужно. Ух, опять, ребят. Начало лагать. Сейчас я нажму на паузу. Точнее, перезайду. Так, ну давайте сейчас попробуем найти. Если, конечно, она где-то вот тут будет. Потому что нужно ее тоже найти, чтобы, в принципе, в зимнюю биому больше не возвращаться. А вот сейчас Пилосвайнов тут куча. Ночью. Или фиг его знает. Ладно, нужно нам, короче, сейчас найти Джинкса и все. И, в принципе, в зимнюю биому нам нет смысла будет больше возвращаться. И... Это кто там у нас был? Принплп. Нет, не нужно. Или Лунатона, в принципе, нам тоже нужно. Давайте сейчас пойдем. Так. Сейчас. Так.
Ну что, давайте дальше полетим. Просто мы очень далеко отошли, мне так кажется, поэтому немного лагает. Так, там он, там еще один покемон босс. О, Джинкс, да куда ты летишь-то? Джинкс, 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 иди-ка ты сюда, мы тебя сейчас ловим, да и все. И больше нам сюда не нужно будет вертаться, возвращаться. И у нас уже почти что мастерболов нету, а два мастербола нам нужно только на Забдоса и на Граудона. Вот это, конечно. Вот это, ребята, нужно как-то... Сейчас давайте постараемся вернуться домой, в том смысле, что если сейчас выкинет, то это вообще капут. Вот где-то тут наш дом. Так, ну, в принципе, больше у нас тут никого нету, кого мы можем словить. А может есть, но просто я не знаю. Так. Ну, что, выкинешь, нет? Походу нет. Ну, зато лагает. Так, Ченси. Давай. Тебя еще прокачать нужно. Так. Сейчас давайте пойдем домой, посмотрим, сколько у нас там уже есть покемонов. Фу. Капут, сколько мы уже наловили покемонов? Это вообще, ребята. Так. Тут. Тут у нас Оникс. Этот Пинсер. Иви у нас тут есть, которую еще нужно прокачать. Кого мы словили? Тентакул, Старью, Чинчу, Парасект, Шайни вот этот, Хитмончан, Танжела, вот этот. Так, давайте сейчас вот этого и Джинкс. Этот у нас, что тут он у него есть? Ancient Power. А ну давайте что-то я попробую сейчас. Как он эволюционирует, ребята? Если вы... Сейчас. Сейчас. Вот, да. Отлично. Давай. 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 Быстрее, давай. Отлично. Вот он. Так, сейчас. И у нас есть там Иви. Иви. Кого бы ее превратить? Вапориона может. Или кого у нас там есть? Лифион, Желтеон, Вапорион, Глосион. Если я не ошибаюсь. Так, сейчас. Мы можем сюда тпхнуть, но если не выкинет. Ух, ребят, вот это лаги. Походу опять нужно перезаходить. Так, ребята, давайте сейчас попытаемся ее тут эволюционировать. Да, отлично, она превращается. Давай. Фух, ну, в принципе, сколько нам покемонов осталось? Приблизительно штук так 20. Ну, точно не знаю, ребят, нужно сейчас посчитать. Давай. Отлично. Так, идем мы быстренько домой. И посчитаем, каких покемонов нам еще не хватает. Так. Так. Ну что, давайте сейчас я посчитаю. Ну, секунду. Кого тут еще нужно будет прокачивать? Дофига кого. Сейчас, давайте сейчас
Посчитаем, ребята. Так, кто у нас тут есть? Кого мы... Хитмончан у меня тут... Ну, мы его уже словили. Танжела словили. Джинкс словили. Глосион есть. Мамос... Пилосвайн есть. Этот есть. Так, ребята, если так считать, что у меня тут написано, у нас нету Граудона, Забдос, это понятно. Потом у нас идет Farfetch'd, Seal, Grimer, Exeggute, Koffing, Mr. Mime, Ditto, Vaporeon, Jolteon, Leafeon, Porygon, Munchlax, точнее, ну, Snorlax, Chikorita, Stuntler, Lunaton, Схил, как он там читается, не знаю. Арчен, Зорва и Бишарп. Сейчас, сколько у нас тут нету? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 21 покемона у нас еще нету. Офигеть. 21 покемона. Ребята, офигеть. Снорлакса я попробую сам найти, сам словить, чтобы его не искать. Также я могу попробовать найти Сила и, может, кого-то там, например, Дитто, да, чтобы не искать. Но нам, думаю, нужно потом будет попробовать найти. Так, идем-ка мы вот сюда куда-то. Так, ребята, ну что, давайте сейчас продолжим мы искать. Чикориту мы тут можем найти, мы тут можем найти Иви, и мы тут можем найти Мистер Майма, да. Вот кого мы можем найти в лесу, кого мы, в принципе, будем искать, кого нам нужно словить. Снорокса я потом говорю, я потом сам, наверное, словлю, так как его, в принципе, ну, в принципе, не очень так долго искать, но то, что тоже более-менее так. Так, ну и еще кого нужно будет? Я говорил, Сила я постараюсь сам найти. По поводу... кого там? Кого? Сейчас давайте подумаем. Кого там еще нужно? Ладно, потом разберемся. У меня уже просто-напросто сейчас... Не могу вспомнить, кого нужно, так. Чтобы тут выкинуть. Так, куда бы нам пойти? Чикориту, Иви. Короче, еще много. 21 покемон. Ну, в принципе... Если не считать Гроудона, если не считать Забдуса, то, в принципе, это не так. Ну, 19 покемонов получается. Не знаю, ребят. В принципе, это, можно сказать, дофига. Ну, то, что если там, допустим, 3 Иви, если отнять вот эти 3 Иви, то уже намного меньше. Но только вот эти 3 Иви, сколько там имею, да? Ну, сколько их? Вот Зурарка, вот тоже нужно будет попытаться хотя бы как-то найти, потому что тоже не очень он так часто спавнится. Нужно как-то будет попытаться, да, найти. Так, там у нас опять покемон босс. Где он? Где он? Сейчас мы к нему подберемся. Опять лагает. Офигеть, как это уже меня немного эти лаги. Не убей. Не убей, твою мать. Даже написал. Кого я вызвал? А, да вы что, вообще охренели, что ли? Офигеть. Офигеть. Ладно, если ты такой сильный. Сейчас.
Где ты? Сейчас мы... Ну ты... Иди сюда. Так. Сейчас. Иви. Тоже можно половить. Сейчас. Иви. О! Иви, Иви, Иви. И там одна, она в принципе не одна, там их дофига. Три штуки там 100% есть. Если мы сейчас потратим три штуки на них, то в принципе нам уже Иви не нужно будет вылавливать. Сафари Бол. Давайте попробуем. Где, где, где? Одну Иви так. Еще одну Иви. Тоже так. Если не, не ловится, ладно. Ладно, пускай. Пускай. Ну иди-ка ты сюда. Ну ты, да ты. Отлично. Ну, да, ну, ну ты ж. Хрен попадешь. Отлично. Так, еще одна Иви, если мы сейчас, в принципе, ее словим, то нормально. Но зато у нас нет мастербола, ребята. Нету, нету, нету. И вот, да иди ты, да не, да. Так, Иви, все, ладно, ловим ее, да и все. Зато у нас будет полностью все Иви, и это уже на три покемона меньше. Сейчас, кого нам нужно? Мистер Майм, Чикорита. Я думаю, она так пишется как-то. И мистер Майм, это тоже я потом, может, сам найду, потому что... Фиг его знает, заспанится ли он. Потом поищу немного. Так, три Иви есть, но сейчас давайте мы все-таки поменяем вот эти все покеболы, которые у нас есть. Потому что это действительно очень много и... Так. Так. 10 мастерболов. 10 алмазов. Каких 10 мастерболов? Так. Так. Так, все-таки, ребят, я так думаю, что нужно будет сделать нам еще немного ультраболов, потому что не хватит нам алмазов, чтобы купить себе столько мастерболов. Где это? Че это? Friend Nest. Вот. И еще вот это. Где оно? Вот. И еще вот это. Так. И что мы еще? Что мы еще? Что мы еще можем продать? Вот это. Еще что? Сейчас, тут мы что-то еще можем. Вот это. 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 И лечилка у нас есть еще. Где она? Вот. Ну, в принципе, нормально. 54 алмаза, ребята. Так, давайте сейчас мы купим на это все мастер болов. И чтобы, в принципе, нам хватило. Так. 10 мастер болов. В принципе, если мы будем еще немного убивать покемонов-боссов, это уже нормально. Ну, Иви. Ну, в принципе, где-то нам, ребята, еще осталось. У нас было 21. Сейчас нам осталось 18 покемонов, которых у нас нету. И у нас есть 10 мастерболов. То есть еще 8 покемонов как-то нужно будет словить.
Ну, если отнять Забдуса, если отнять Гроудона, которого нужно как-то словить, ну... Вот. Гроудона, Забдуса. Их нужно 100% словить. Забдус у нас уже, пока мы будем убивать боссов, прокачивать наших покемонов, мы уже йорк потихоньку, можно сказать, прокачаем. Так. Если он заспавнится, сейчас, тут у нас чё? Да, ну, в принципе, если заспавнится, ну, спускайся ты уже. Если он заспавнится, то, в принципе, это нормально будет. Нам нужен Забдус, нам нужен Гроудон. Это такие покемоны, которых как бы сейчас нужно достать. Вот по поводу Арчена. Арчен. Арчен, да. Его у нас тоже нету. А это еще один фосил, ребята, которого нужно как-то достать. Так, этот в земле, не будем это удариться. Арчен. Не знаю, ребят, как мы его достанем, честное слово. Ну, в принципе, фиг его знает, потому что... Ну, фиг его знает, как мы его достанем. Может, еще пойдем в пещеры, немного полазим по ним. Хотя фиг его знает. О, этот не нужен нам, в принципе. Гроудон, ну давай-ка ты. Давайте подлетим, вдруг заспавнится через баг. Плейнс, офигеть, дурдом. Ладно, спускаемся. О, покемон босс, не пропадай, если он не в земле. Вот он. Да иди ты сюда, так. Ну что, ну, заспавнились две ракозы. Зато Гроудон не заспавнился. Ладно, ребята, давайте, в принципе, на этом уже закончим эту серию. Нам нужно словить еще 18 покемонов. Это, конечно, дофига. Я говорю, я мистера Майма постараюсь сам найти еще кого-то. Ну, в принципе, ребята, давайте на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока, ребята.